Вы в потоке, что ли? Ну что, брат, мы пошли? Куда? Вы? Может, ты пойдешь? Могу я пойти. А убираться кто будет? Не-не, оставайтесь тогда. А где пакет? Го просто все в пакет. Топ и все. Давай, стоп. Давайте резко игру. Какую игру? Смотри. У тебя протекают. Смотри. В смысле протекает, братан, ты че? Смотри. Бей. Руки. Тань над головой. Че? Над головой стань. Раз. Не, над головой, открыто. И снимаем трикшоты, как на ютубе. Ой, блин. Ну? Попал, есть. Не попал. Попал. Каим? Брат, может еще хуем в ухо будем попадать тоже? Игра очень интересная. Ай, нет, в ухо, сука. Стой, держи ровно. Нихуя себе, это кто кинул? Я. Подожди. Держи ровно, ты просто наклоняешь вперед. Пиздец, ну, давай вот так. Смотри, сейчас, я попаду еще, все. Давай, только я не держу руками. Давай, не держи руками. Я боюсь, что ты мне в лицо попадешь. Дай заново. Ровно держи. Все, сейчас попадаю. Стой, стой. Попал. Ну, держи попал. Еще. Так сейчас стригуй. Блин, меня ты в миске половине дал. Ну, а где? А все уже. Он попал. А, все? Ну, резкий интерактив такой. Ну, давай, лови. Да. Интерактив резкий говорит. Ртом? Ртом, да. Лови ртом. Так, только давай. Кидай вверх. Сыся, я тебе вот так хотела. Не, ты сейчас закинешь весь дом. Давай, давай. Вверх кидай. Да, давай маленький. Ооо! Что было? Бля, я говорю, что вы не додумались ножи кидать вверх и ловить ртом, блядь, ебать, типы. Давай. Пойдем, блядь. Ебать, я зубами уебал. Что ты сделал? А, подожди. Ну это пиздец. Все? Нет. Бля, это пиздец. Его нос расколется. О! Не делай так. Ты брался. Фу, блядь. Плохие заза, да, блядь? Еще хочешь? А давай вот тебе в рот накинем. Вот эту штуку. Че у меня в рот накинем? Вот эту штуку теперь тебе. Нет, я не умею ловить. Готов? Так. Блять, за что нахуй? Блин, мне тут жить. Что с тобой? Давай. Все, давай, сейчас попаду. Давай. Да не жри, это говно. Возьми эту штуку сейчас. Выстрели в него. Эту штуку возьми. В смысле нет, меня? Нет, вот эту сейчас штуку возьми, которую мы кидали, за тебя кто стоит. А, давай. Бля. Бля, что ты не словила? Давай. Бля, ну води. А, давай еще. Все. Ну что ты именно, блядь, ну именно. Погоди. Ну хорошо. О, нормально. Все, я схожу с ума. Бля, он просто весь номер в сосисках, какой-то скорлупе, говне. Не, такого нет. Вот в таком. О, это кто у нас тут? Мистер Зазович? Вот ты кто-то? А где карты? Го карты? Я не знаю, где карты. Ладно. Че, отдыхаем? Обучение. А, давай. Смотрите, на как сейчас будет чисто, вы обеете. Че тут мокро? Да так надо у кого спросить это. Ну, Вадима, что это, блядь, Вась, не дыря в кента? Блядь, напала, сучка. Ну не надо, блядь, не сосите хуйню. Не надо, брат, они такие мерзкие, я не знаю, как. Очень вкусно, кстати, я охерел. Шел. Ебать, там пор члена вылазит, чисто. Ну нет, Вадим. Жену дали лет 8, я не смотрю каналы вообще.
телевизор. Почему? Просто. Ну потому что интернет есть. Тем более, ну какой, я просто по каналам телек смотреть. Ты хочешь что-то посмотреть, ты можешь уже найти, у тебя настолько свобода действий. Я дерьма наелся, брат. Именно... Я тоже, брат. У тебя настолько свобода действий, ты можешь канал любой найти, ну, ты можешь найти все, что ты хочешь посмотреть в интернете, изи. Где эти каналы, ебаные. И плюс, что, мультик. Братан, ну ты тоже Васечка, ну, не пушиночка. Это если бы Лера легла, то другое дело, ну, Василий. Тут именно такой КамАЗ приехал, что ну его нахуй. Да, и мультики. Сейчас ТикТок, сейчас вообще криповое мышление у подростков. Да. Все ТикТок смотрят. Так много информации в моем возрасте не было. Я сейчас, у меня хуй станет, брат. Ну что ты, говно? Что ты говоришь, говно? Ну, что ты трипаешься? Ну нахуй ты вот это мяукаешь? Куда ты лезешь, блядь? Ты как-то кошка, которую перекормили, блядь. И она лезет куда-то, понял? Что ты говоришь, мяукаешь? Так вот. Сейчас вообще криповое мышление, все, сука, в этих тиктоках ебаных. Пожалуйста, брат, только не со мной. Мультики, типа, ну да, мультики. Ну, блядь, ну, столько информации потреблять, ну, пи***ц в день, ну, это ебаться. Мозг воевает нахуй. Потому что в своем возрасте так много информации за секунду я никогда не мог употребить. В наше время вместо тиктоков были короткие видосы, или видосы длинные, но смешные, там. Там какой-то анекдот, блядь, посмотреть. У меня в ВК 6000 видосов. Я специально собирал их по крупицам интернета и собирал друзей, мы их смотрели и орали на... Брат, у меня такая коллекция видосов была. А вы пытались сделать кобылку? Нет, ну мы не дал... Да, гомункула. Но я увидел гомункула первый раз, я заорал на голос. Ну, ладно. У меня, ну, чисто чел, блядь, просто, ну, дебил. Ну, не пикай ты этой. Оно же, блядь, ну, какой-то звук издает страшно. На, пососи лучше лёд. Да, реально, пососи лучше. Не хочу. Ну не пикай, по-братски. Давай. Чуть-чуть, по раз. Ты реально, блядь, на свидание ты вот это пришёл с этой улыбкой. Совести ноль. Это пикать, блядь. Тут уже на аниме. Там походу, мышка бегает. Да? Слышишь? Так. Ну да, за малышом надо присматривать. Вот, и что, нахуй ТикТок смотрите уже, ебану тебя. Че, ебанулись, вам это ТикТок, столько информации за секунду потреблять. Ребят, вы, вот каждый из вас, скажите мне сейчас одну хуйню. Вот вы посмотрели 15 ТикТоков, 15 ТикТок последний, ты запомнил? Слышишь, блядь, Василий, нахуй ты расслабился. Я сейчас расслаблюсь, у тебя просто именно живот вздует, потому что я газану разочек сзади. Газик-базик будет. Давайте поиграем в я. Подожди, ролевухи на вечер оставим пока. Не спеши еще. А где карты? Карты тоже надо подъебнуть шафеш, убегать на раздевание. К чему я докатился, блядь? На мне лежит тип, нахуй, ебаный уткой, так шлюхой этой, блядь, пикает. Отсуждаю. И я рот сейчас выебу. Отсуждаю. Покажи уток. Кстати, реально, вон, покажем всех уток. Ну, можно их выстрелить, да. Брай? Вряд. Я помню, тут видос был такой, что ты пишешь, что тут утки плавают. Скажи, что на отсос приехали, понял? Видел это? Говорит, где тут утки? Я говорю, час ночи. Нету тут уток. Говоришь сразу, что засадь приехал. Был такой клип. Вася, ну иди нахуй, по-братски, ну ты именно, ну, ты падла, блядь. Ебать, братан, у тебя, мне кажется, вниз у тебя весит килограмм на 2, у тебя корпус, блядь, сам 80, понимаешь? Сука, ты щит, блядь. Я в туалете. Классно, выгнал ее просто, понимаешь? Я в туалете. Ты какать? Нет, пись. У меня камера в туалете стоит, прям осторожно. Да похуй. Жестко, да? Она именно, ну... Садись, да, ты какашку сейчас ставь. Ну как принесет, скажи. Бля, вот представь, был бы ебанутый вайб. Что, она тебе кашочек оставила? Нет, я прям не смыла. Ты как раз Балагин зашел ко мне домой, батя в туалете был, и Балагин мне кидает фотку, меня плавает. Говорит, братан, тут мина лежит. Прикинь, Балагин в гости приехал, скидывает гранату, брат, закую. Говорит, что делать? Я орал страшно. Ну, батя тоже дал копоти, блядь. Кто виноват, блядь? Скидывает фотку у меня дома в туалете, такая меня, блядь, на фотке. Ящерица дуба, блядь, хамелеон. Амстердам это пиздец. Как тебе татуха? У тебя же татуха знак алхимика? Да, я в клане.
Стояк прикрываем. Это стоит на как камень. Пацаны, как эльфийская, как пизанская важа. Пизанская башня. Именно такой якорь у меня сейчас на душе, нахуй. На груди. Спусти. Иди проверь. Представь, там будет такой черный след. Вот так еще до дверей, понял? Да не, но если будет исход, то я тоже. Слушай, вот меня Лера в лапту здесь. Чего? Ничего, говорит, будет, а потом не надо обрезать. Почему там в унитазе кусочки тортика? Это рыба кормит. Кусочки тортика. А ты посматриваешь вообще, дырку смотришь. Твое дело покакать, выйти там. Мало ли там змея. Что ты думал, что ты там попизил? Что там, кто там, что может быть? Мало ли там змея какая-нибудь. Да, змея. Ты смотришь, да там ебалова и плавает. Ты прикинь, вот свою туда вниз, вот так. Чтобы люди рассмотрели, думали, что за ними кто-то подолярывает прям с унитазом. А вы знаете, что в отелях таких могут оставлять камеры где-то? Да, мышки, и надо проверять. Могут быть фейковые зеркала. Да, и за стеной кто-то ездит? Да. Да ну нахуй, там промежуток стены маленький, как его? Ты подставляешь палец к зеркалу, если он соприкасается, то это нормальное вроде зеркало. Если он не соприкасается, то это фейковое зеркало. И кто-то сзади зеркало смотрит. Да, да. Там комната с камерой. Да ну на. Она что такое делает? А наоборот. Не, мне кажется, дешевле просто камеру куда поставить. На в Хилтоне. Если это... зеркало соприкасается с пальцем. У тебя было такое? То ты нет, я не проверяю, мне вообще поебать. Это их проблема. Ебать, а почему тебе поебать так? Ну а чё? А чё мне сделать? Так и если на голеньком поймают. Что ты сделаешь? Это точно не моя вообще. Знаешь, сколько можно обсудить у Хилтона? Да. Пизда просто. А пойдем туда пофоткаем, скажем, вот сука, вас тут кто-то фоткал. Тебе ж пизда будет. Да не, я скажу, мы словили, там у вас камера была. А мы так где-то сделаем, что типа как от камеры фоткали. Почему не просто у нас Вадя, ну именно, ну, блядь, вот ему накапало голову и немножко в него так... Ну реально сегодня какой-то гиперактивный. Гиперактивный нахуй. Брат, а что с тобой? Ты даже ничего не... Ну, у меня есть... Почему у тебя сосиски валяются? Мистер Зазович имеется. Вот форточка имеется. Бумба. Как Айкос. Как Айкос. Короче, и к чему я вел? То, что он у Амстера, дочь идет. Дочь? Дочь идет. Сына или дочку хочет? В смысле, похуй. Ну, не важно. На детей? Типа. Не, ну в смысле, какая разница? Ну, не важно, кто родится. Ладно, я бы, наверное, хотела сына. Почему? Как бы ты его воспитала? За дочкой как будто сложнее, типа. И как бы ты воспитала? Почему? Да? Ну, пацан, потому что он ходит, делает, что хочет, и похуй. Он, типа, сам справится сам. А девка, она будет приходить постоянно, вот там мне что-то это не нравится, то не нравится, вот пацаны хуево. А так пацан пришел, он вообще поехал на все, он сам там по гаражам лазит. Я охуенно. А ты где будешь? Как воспитывать? Охуенно. Хорош. Ну ты шаришь именно. Видели? Я на гаражах дрочил. Я паркурила. Мы прыгали по гаражам. Так, будто одно и то же самое, я так сказала, значит. Я паркурила. Ты паркурила по гаражам? Да, мы прыгали по гаражам. Ну, сальто сделай сейчас. Не боюсь. Поворот назад можешь? Я не умею. А что ж ты паркурила? В смысле, а что, надо паркурить? Типа, это значит, надо сальтухи крутить? Мы просто прыгали от гаража до гаража. Мы тоже паркурили, получается. Паркуристы были. Не, мы сейчас мы тоже залазили. Гаражат. От экраны уебывали, понял? На скорость зачили. А вы умеете волну делать? От пола типа так? Ну да. Покажи. Давай, да. Покажи. Ты такой дебил у меня, блядь. Там ты эту утку взял, скажи мне. Ну не мучай, она купил мне. Разноцветную. Ну, пищалку эту. Вася, нахуй оно мне нужно. А где пакет с утками? Уплыли.
Вот. Пожалуйста, не доставай. Не надо. Черт. Пожалуйста, стой. А я не могу нужно. Встать. Я не могу не встать. Нужно. Он будет. Ими всема вот это шумит. Не надо. Что? Он всеми будет вот так нажимать на все эти утки. Нахуй нам этот дуэт. Вот еще. Да, что это такое? Зачем? Это Берд. Это возле. Да, давай все ему сноси сюда. Вот еще черный. Это наш друг Геша. Это Десал Серега. Нет, с Десалом лучше не висеть. Не надо, с Десалом висеть на тут классно. Да, конечно, друзей на мне тоже сюда. На Десалом надо было первым наступить. Ладно, я тебя ворую тоже с собой. Этих синичек домой себе. Что он должен сделать с ней? Тоже жужжать ей, блядь. Зачем ты её жужжал? Брат, он тупает. Вася, её... Она... Слушай, это чтоб мне не провести. А, реально. Чё за меня? А где дырка? А почему в этой есть дырочка? Чтоб её ебили. На, возьми утку. Вот я его есть. Сейчас покажу. Вот. Они хуй здоровый, слышишь? Да, у него руки. Это мой кен. Руки большие. А он не нажимается вообще. Не сломай только. А че он такой твердый? Ну вот. Этот мягенький. Стюардесса, шлюп. Как ты понял? У меня есть дырка. Но она не дается. Надо правильно брать. Ебать. Правильно брать надо, понимаешь, брат? Каждый. Это тоже твердый гандон. Слышишь, как кто стонет от меня, этот мразь? Вот, еще один сал. Да! У него нет. Чисто копать такое. Ну, ты телефон на хуй кидаешь. Еще ты сал. Ниндзя. Точно ниндзя? Ну да. Это, вот это нет? мега. Нет. Оператор Папич. Не, это ниндзя. Вот это мега прикольно. Ну нахуя, братан, ну блин. Бля, братан, да вот ты повредил, он негатив, привезет мне на хату, блядь. Я тебе в жопу засуну. Все нормально. Засуни тебе в жопу, что принесите его. Ну что ты? Сука, блядь, токарь, ёбаный. Здоровый гад попался, блядь. А чё он такой здоровый, блядь? Он 50 евро стоит, брат. Сколько? Он здоровый, охуенный. 50. Охуеть. О, это мега мягкий. О, вы смотрели мультик про динозавров детских? Да, как они умерли. Как он, да, как он там называется? Ледниковый период. Нет. Что там до нашей эры, или как так он называется? Земля до начала времен, загугли. Да, я знаю, я видел. Там еще дети-динозаврики. Дети-динозаврики. И взрослые динозавры, они что-то решали, совокуплялись. Это вообще имба будет. Там не с нашей эры, понимаешь. Ему 60. Вот Египет. Это Фортуна в Гиза, ребят. Мои знают, кто это. А не Гиза Фортуна? Не. Это утка-лечебница. Вот. Это утка супергерой. А как кто это? Пискипер. Это ебанутый тип. Пискипер. Джон Сина. Джон Сина, да, это Джон Сина. Миротворец. Все, Вася, знаешь что? Давай. Иди нахуй. Иди, собери семью уток. Да я встану, блядь. Ну ты. Вася, ну ты меня отлежал мне тазовую кость. Чувак, ты, кстати, прочный. Долго я спал. Я подзаебался уже, понял? Я же наелся еще не всякой. Сюрпризик. Ляп. Ой.
Че, блядь? Вы можете завтра багет купить и вот этот трек снять что-нибудь? Да. Можем снять багет. Багет купим. И все. Подними уточек, пожалуйста. Ловите. Это ты сосиски. Там сосиски. Кинул палку, называется. Пойди. Давайте в игру. Твое имя Парабола. Нет. Твое имя. Называется Джин. Твое имя. The South. Я не словил. Так, подожди. Тебе 3 года. А где сосиска? Показать? Братан! Твое имя? Чуть-чуть... Братан, эта утка чуть бы ее не... Ну, именно... Трюк? Какой он крепкий. Не кидайтесь утками. Погоди. Не кидайся утками. Это... Братан, ну... Она крепкая. Смотри, чтобы не взорвалась. Понял, как ты понимаешь, что... Оператор папки. Не знаю, брат. Твое имя? Санцептин. Санцыркин, блядь. Не маленький, дай маленького. Что у тебя с руками? Утенок. Что у тебя с руками? А как вот это называется? Йоакин. The South и... И The South. The South. Смотрите, какой милый. Прикольный. Милый, если честно. Да, прикольный. Смотрите, хотите сейчас ебанутую милоту сделать? Дай. Смотри. Сука, воды и так нету в номере, блядь. Это вода, если что, 10 евро стоит. Значит, им топленника сделал. Бро! Братан! Братишка! Ну что ж тобой такое-то, роднулечка? Да, братан, что ты ему дал? Стой, а где? Они не помещают. Оп. Ну это впритык, слышь, залез. Ну ща. Ебать, гоу в ванну. Чего? Ванну набираем полностью воды и уток туда. Не домой их везти, блядь, мокрыми сучками. Слышишь, пошли их в речку кидать. Нет. Стоп, у тебя же есть здесь. 300 евро. Начал бы на это, брат. Брат, а что здесь за окном? Это что, сейф, на? Жужжит что-то. Ты когда окно открываешь, кондиционер не работает. Ебать! Реально? Брат, ты так наелся, пиздец. Хотя бы да, 2 часика без дождя, да. Да, должен быть весь день. Было бы хотя бы 2 часика. Вы даже Амстера не увидели, пиздец. А завтра тоже дождь? Надо посмотреть. Сейчас скажу. Даже Амстердам не посетили. А мы пойдем на красный фонарь? Ну вот надо, но только как. С нет, завтра зайчиком? У вас дождя нет, 20 градусов. Под зонтиком. Да, под зонтиком вдвоем, да, хотите погулять, да? Да? А, вы хотите меня оставить, да? Типа. Ты же стрим был. Ну да. Я не подрочу.